Здравствуйте, второклассники! С вами Ольга Николаевна. Рада видеть вас на своем занятии. Сегодня мы с вами начинаем устный счет с записи двузначных чисел. Будьте готовы! Запишите число, в котором 4 десятка и 9 единиц. Запишите число, в котором 4 десятка, 9 единиц. Запишите число, в котором 9 десятков и 1 единица. Запишите число, в котором 9 десятков и 1 единица. Сколько десятков в числе 62? Сколько десятков в числе 62? Запишите, сколько всего единиц в 5 десятках. Запишите, сколько всего единиц в 5 десятках. Запишите число, в котором 7 десятков, а единиц на 1 больше. Запишите число, в котором 7 десятков, а единиц на 1 больше. Запишите наибольшее двузначное число, которое оканчивается цифрой 5. Запишите наибольшее двузначное число, которое оканчивается цифрой 5. Запишите число, которое следует за числом 29. Запишите число, которое следует за числом 29. Проверяем ответы. 49, 91, 6, 50, 78, 95, 30. Мы можем продолжать нашу работу. Сложите 40 и 60. Сложите 40 и 60. Вычтите из 60 20. Вычтите из 60 20. 42 до 10. 42 до 10. 99 минус 9 десятков. 99 минус 9 десятков. 12 без 7. 12 без 7. 9 плюс 2. 9 плюс 2. От 15 отнимите 9. От 15 отнимите 9. Проверяем ответы. 100. 40. 52. 9, 5, 11, 6. Думаю, что все вы выполнили задание без ошибок. Жду новой встречи с вами на следующих занятиях.